Благоустройство парка «Лесная пушка», реконструкция стадиона «Торпедо», открытие движения по новому мосту на Октябрьском проспекте. Об этих и других вопросах, которые волнуют люберчан, Владимир Волков говорил на встрече с молодежным активом округа. Тему продолжит наш корреспондент. В Центральном парке собрались волонтеры, члены молодежного парламента и просто неравнодушные молодые люди. Вопросов было много. Прохождение производственной практики студентов на люберецких предприятиях, благоустройство парков, установка дополнительных спортивных площадок во дворах. Говорили и о развитии транспортной инфраструктуры. Уже в сентябре по эстакаде на Октябрьском проспекте поедут первые машины. Уже будет этот отрезок от Вечного огня до моста, вот до Дома культуры, до суда как раз-таки. Километр 600 будет закончен. Поэтому... Это только одна маленькая часть того, что делается. Не буду перечислять все школы, сады, объекты образования, которые мы строим, или спортивные центры, такие как вот стадион «Торпедо», который сейчас перепроектирование проходит. В следующем году, в конце, мы его полностью открываем, стадион, новые трибуны, самое главное, новый ФОК. На встрече ребята спросили о возможности строительства в Люберцах молодежного центра, в котором каждый сможет найти интересное для себя занятие, получит возможность для самореализации и раскрытия творческого потенциала. Владимир Волков идею поддержал. Я его вижу очень современным, там, стеклянным, таким дизайнерским. Накидайте, посмотрите, что у кого есть. Но он же тут же должен трансформироваться. Сейчас решения, любые перегородки выдвигаются, задвигаются. Нужен большой зал, мы все раздвинули. Нужен какой-то такой более поделенный на всякие сектора, задвинули, то есть любые форматы. К строительству центра готовы приступить уже в следующем году. Каким он будет, зависит от пожеланий молодежи. Очень важны эти встречи, и довольно часто их проводить – это хорошо, так как у молодежи регулярно появляется много вопросов, пожеланий, либо требований, которые они задают и просят, чтобы это сделали, чтобы молодежь дальше развивалась, процветала в нашем городском округе Люберцы. Такие встречи в округе проводят регулярно. В неформальной обстановке ребята общаются с губернатором, депутатами, общественными и политическими деятелями. Следующая встреча состоится в сентябре. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.